Это «Давичи», и мы продолжаем. Региональная неделя депутата Государственной Думы Рахима Азимова продолжается. Сегодня он посетил с рабочим визитом библиотеку имени Герцена. Встреча с директором учреждения началась с экскурсии по библиотеке. В этом году Герценке исполнится 180 лет. На проведение юбилея Рахим Азимов принял решение выделить 100 тысяч рублей. По словам Надежды Гурьяновой, финансовая поддержка сейчас действительно необходима. Но не только библиотеке областного центра, но и районным учреждениям, книжный фонд которых не обновлялся уже десятилетиями. Это подтвердил депутат Госдумы. Поэтому на закупку новых книг Рахим Азимов решил выделить 500 тысяч рублей. К началу осени литература поступит в муниципальные библиотеки области. В поездках по районам мы посещаем и библиотеки местные. И в связи с этим, вот еще раз говорю, что принято решение о выделении средств для пополнения книжных фондов районных библиотек. Поэтому всегда поддерживали, будем поддерживать. И я очень рада, что у нас есть депутат Государственной Думы Рахим Азизбоевич Азимов, который не только в этом году, но и вот в предыдущие годы проявлял заботу об учреждениях культуры. И это была очень системная, настоящая поддержка. А вот в этом году, зная, как трудно библиотекам, и что они лишены новых книг, он принял вот такое, ну, беспрецедентное какое-то решение оказать поддержку в комплектовании библиотек в размере 500 тысяч. Такого вот факта, пожалуй, у нас никогда не было.